Железнодорожная станция Нижний Бестях уже 3 года работает в режиме временной эксплуатации. Чтобы ознакомиться с работой объекта, на место выехала рабочая группа в составе депутатов Илтумен. Парламентарии осмотрели объекты станции, проехали по железной дороге. Убедились в том, что компания железной дороги Якутии обеспечивает сохранность линий без привлечения дополнительных бюджетных средств. В настоящее время там проводится обкатка и готовится путь в Томот Нижний Бестях к постоянной эксплуатации. Парламент сегодня, обсудив этот вопрос, принял решение во второй половине мая провести парламентские слушания. И в этих парламентских слушаниях мы должны принимать более конкретные меры. Но и выработать окончательные предложения, как нам сдать, ускорить вопрос, значит, окончания строительства этого огромного комплекса. Ну а вот в постоянную работу этого комплекса помог бы жителям республики удешевлением цен на продовольствие, хозяйственные и строительные товары, отметили парламентарии.